Привет, вы на канале Alix News. Говорю сейчас очень быстро, потому что я еду купаться. Ну, пока вы не понимаете, о чем я говорю. Я сейчас еду купаться на озеро. Но так как я сегодня хотела делать челлендж 24 часа, говорю моей подруге только да, он отменяется, потому что я еду на озеро. Я уже в купальнике, специально одела сверху платье, потому что по новым правилам Ютуба это показывать нельзя. Я сейчас поеду на озеро, вам буду все, конечно, снимать, но не буду снимать, как я плаваю, потому что это запрещено Ютубом. Все, мы поехали, я этому очень рада, потому что очень жарко. Погнали! А, ура! Да, ты пока поставь лайк, подпишись на мой канал, если ты еще не подписан, и нажми на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Все, я начинаю. Ура! Поехали! Ребята, берем всякие прыскалки от комаров, потому что, наверное, там будет очень много комаров. Теперь уже значит в машине. Смотрите, столько шумей. Едем! Ура! Это я. Уезжаем. У нас как сосед на участке остался. Ну ладно. Проезжаем поля, луга. Деда, мы будем прыгать? Нет. Ну ладно. Ну да, мы просто обычно с рейтингом запрыгаем. А помните, как мы на рыбалке в клине застряли? Это отдельная история. Если мы наберем под этим видео 10 лайков, то я расскажу эту историю. Где-то тут был сгоревший дом. Дом нашего соседа бывшего. А в смысле мы на обратном пути заедем туда? Да, на участок? Ну да, прямо в протаране. В смысле? Короче, едем. Сюда, потом уже озеро. По новым правилам Ютуба я не могу снимать, как я плаваю. Что это правильно. В этот раз у меня влог. Текст у вас еще тут везде будет написан, потому что... О, коровы! 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 Так что текст будет вот тут. Чтобы новым правилам Ютуба я могу вам снимать, как я плаваю. Едем на озеро, я вам... Короче, мы приехали на какое-то озеро, на котором вообще нету народу. Оно все какое-то в тине. Не, мы дальше ехали, по-моему. Потому что мы где-то там, отсюда мы сворачивали на рыбалку, помнишь? Вон там.
вдалеке вон озеро, вон там вдалеке, вон, вон, вон. Вон оно, вон озеро, вон озеро. Правда, на нем никого нету. Главное, чтобы там змей не было. Я боюсь змей. Там дальше лес. Вот что у нас в окнах. Лес, лес. Сейчас спускаться будем. Вон там еще спросить. Вон там дорога. Где-то вон там. Сейчас. Вот дорожка. Вот. А вон она уже впереди. Сейчас пойдите, вон. О, мамочки! Шесть, ребята. А почему на озере никого нет, у меня вопрос? Ну, рыбаки сидят. Ну, рыбаки это рыбаки, а люди... Ехать надо. Ну... Слушай, кто-то на озере вон там живет. Почему они не ходят на свое озеро? Где? О, вон люди! Да, вот бревна. А вот озеро. Мы уже искупались, вот озеро. Правда, летаю чуть-чуть слепнем, а так все нормально. Вот, я помылись в озере. Ну, там съезд-то хороший. Раньше больше я была такая здесь. Да, да, да. Вот, так Зверя, что едем назад, едем домой. Да, как это? Ну, сход вообще нормально. Так что едем назад на дачу. На этом я, наверное, буду заканчивать свой влог. Вы были на моем канале AlisaXNews. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. Нажимайте.